Кто нам скажет, обладает? Вот да. Я включу «обладает» и услышу. Я закончил вуз, у меня одни пятерки. Посмотри в моих там, в карманах, у меня одни пятерки. Ну, охуенно. Ну, блядь, охуенно, просто супер, топ. Что, словом, это интересно. Самым богатым русским языком. Ну, это абсолютно блядь, если вот ты даун, ебаный школьник, да, который никогда книжек не читал, конечно, тебе показывают, что это крутой панчлайн. Но если ты читал того же Сашу Соколова, тебе показывают, что это не работа со словом, а пердеж микрофон. Это такие современные стихи. Если дать ему тему, то он на ходу что-нибудь сочинит. Когда в старой хрущевке делишь комнату с мамой, просишь ее сходить в магаз, чтобы украсть трамал. Жизнь не кажется такой уж ебаной, но потом находишь в патрулях труп муравья и плачешь. Сказать любимой после аборта, а был ли мальчик, это так по-мужски. Соли и глазированные сырки, ночью боли в районе спины. Мама, это значит я ангел, нет, это кифоз от штанги. Искривленные шейные позвонки, и хочется уйти из жизни, но ты только уходишь из дома, чтобы пить теплую оболонь. У нее два подбородка, у тебя презервативы контекс. Ей тоже нравится Павел Воля, и походу это любовь. Это такие современные стихи. Если дать ему тему, то он на ходу что-нибудь сочинит. Причем даже в нескольких стилях. Прости, прощай, но и твой поезд ушел. Тот самый товарняк, в котором был узбекский шелк. Меня щекочет твой пушок ушной. Делая с душой, получается с душком. Поэтому я то ли при параде, то ли при параше, то ли колем препараты. Поэтому так ебашит у смешарика пояс верности из собачьей шерсти. Ищите нас среди тех, кого кинули на нашествие. Кто находит закладки не с СП, а со спермой. В форме вермахта пытались поменять евро, но оказались на одном треке с королями абстракта. Но рядом с ними выглядим, как заветренный крабовый. Мои три слабости, когда из мусорного пакета подкапывает еще апельсины и все, что случайно рифмуется. Хочу тупеть, но прокачиваю свой речитативный флюенс. Сука. Серые проспекты в этом гире скетчеса. Я натыкаю с уверенностью квесты делал. Прощался с древностью наг моих. И мы возьмем на двоих овса. Спроси аспирин у пса в аптеке напротив. Новый вид наркотик ободрит меня. Он покорил меня. Твоя прожарка нафталиновая. Извиняюсь за кубики прохладные. Ромовыми бабами упали мы. Пиратские проебаны регалии. Все эти локальные конфликты одноразовые. Fire and hold за оказывали что-то важное, продано, прокурено. Мы в пленку упакуем его на eBay, отправим. Я не силен пиратики, но что-то означают эти свечи вагинальные. На печи лежали и зубами скрежетали мы. Невские моржи были светлановскими тетками, а мы привет ивановским громко скажем. Пошли нахуй, это Янг Чуйка в здании, блять. Вы тут так разговариваете нахуй со мной. Чего, блять, значит срежем света нахуй? Это что, блядь? Вот слушай, нахуй, как читают, блядь, Янг Чуриков. Было время. А, блядь, сука, было сука. Время. Да, я же Янг Чуриков. Было время. Так говорят те, кто остался в нем навсегда. Бивис и Батхит, Кёкку Синкай. 88 назад, 80 имен, песен. Скажи ему, что он был честен прежде всего перед собой. Поступки и поступь, вот собственные все различия. Я серу стер на спичках, засыпал в коробок. Собрал вот этими руками дом и дробовик. Господи, ёб твою мать, замьютируй внутренний диалог. Спрячь ключи правого легкого под половик. Нет, 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 при чем тут мутанты? При чем тут катаны? При чем тут да Винчи, при чем тут загадки, обманы? Просто верни мне обратно пару месяцев в жути. Лапа мурлыки не лжет, но естественно шутит. Это месть. И это все идет. Вот я люблю. Да, конечно. Ну тогда старая школа захвата. Богобунт, странник, пут или тупо дус. Лицо отлично ложится на грунт. Голливуд скрасит дома до суп. Голосистый петух гласит друг. Попробуй жизнь на вкус. This is good. Listen me, I am true. Я по молодости повелся, попробовал. Опять наебали. Оказалось, это просто бульон от прокисших хинкалий или регалий.
хоть и пахнет розами. Бичпак с дорогой колбасой делает больно моим гнилым деснам. Крутые колеса и пустые карманы. Пятерочка выручает, когда хочется хавать. После пяточки все свалили, смешали. Куча ремшой перевязан, чтобы в огороде поставиться. Хотел обоссать куртку друга, но вся моча мне угодила в сланцы. Мы не космические посланцы, а администрации детдома нахуй посланы. Три моих слабости — это сладости, горчичка и крем-суп с морским ежом. А ты сидел и ныл в зарослях крыжовника с порванной жопой. Хочется проснуться и оказаться на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня». Но по итогу приходится ножовка по металлу отпиливать почерневшую ногу. Приходится платить за промах вену и иголкой. А ты звонишь мне, укрывшись от дождя, на детской горке формы домика без стен. Рассказываешь, как ты окончил Стэнфорд, но в закусочной слизываешь со стены торт йогуртовый. После этого тебе на первой странице медкарты наносят пометку «ёбнутый», пометку «ёбнутый». Я помидоры купил сегодня, блядь.